Друзья, всем привет, меня зовут Серега. Сегодня вам расскажу о проекте, называется «Бриллиантовая матрица». Расскажу, как на ней очень просто зарабатывать, и зарабатывать сможет каждый. Это я вас просто уверяю, потому что такого маркетинга, который придумали, я еще на самом деле не видел. То есть смотрите, что есть круговые движения в каждой матрице, живая очередь, выгодная партнерка, автозаработок. Расскажу на примере, здесь всего 4 тарифа, 4 матрицы, расскажу, как они работают. Первую матрицу стиллер, все заходим сюда, в другую матрицу нельзя зайти, начинается с матрицы стиллер, что происходит дальше, да, в этой матрице. Вы заходите, оплачиваете 250 рублей, и она очень короткая, всего 5 мест. 5 мест заполняется, вы, что делается дальше, когда заполняется 5 мест, то есть 100, если вы лично пригласили человека, 100 рублей сразу вам отправляется. Ну и после прохождения 5 человек, не надо там многоуровневую структуру строить, всего в этой матрице должно быть 5 человек. Что происходит дальше? Да, когда вы закрываете эту матрицу с 5 человек, 300 рублей идет на вывод, то есть эти деньги выводите, и реинвест в голд автоматически. То есть не надо покупать, автоматически 300 рублей на вывод, 375 рублей в голд. И смотрите, какая штука во всех третьих тарифах. В Gold то же самое, что в Silver, только уже не 5 человек, а 4 человека по 375 рублей. 4 человека из Silver переходят в Gold, вы закрываете Gold, 500 рублей на вывод и реинвест в Silver сюда-обратно, чтобы здесь народ просто так не стоял, а была движуха постоянно. И так с каждой. Здесь уже в платину. Извиняюсь. Здесь уже в платинум, да, то же самое. Здесь уже не 4 человека, а 3 человека. То же самое. Вы закрываете платинум, идет 750 рублей на бриллиант, 620 рублей на вывод и 250 рублей опять же в сильвер, чтобы новички там не стояли, была постоянная движуха в нашей команде. У нас команда лидеров, так что можете не сомневаться, что просто так вы здесь стоять не будете, даже если вы не умеете приглашать. Движуха будет постоянная, то есть командная работа и так далее. В платину что делается? Вы 750 бриллиантов также на повышение идете. Опять же реинвест в сильвер, на вывод 620 рублей. Так, дальше. Здесь то же самое, опять же реинвест в сильвер. То есть со всех четырех матриц, когда они закрываются, всегда идет помощь в нашу структуру новичкам. Сильвер. Всегда опять вы проходите этот круг, и все, с каждой матрицы, которая закрывается, вы опять идете в Silver, в нашу команду. Тем не менее, даже люди, которые, как я уже сказал, не могут приглашать, они не стоят на месте. То есть по помощь идет, то есть со всех четырех матриц. Это очень прикольно, это новичкам вообще просто кайф. Должны, потому что, ну, вход всего 250 рублей, оплата, сейчас мы вместе с вами будем отплачиваться, оплату производить. Можете здесь почитать, я все не буду вам рассказывать. Здесь работа фрикасса, то есть любым удобным для вас способом вы можете пополнить. Зайдем в личный кабинет, прикольный дизайн. По поводу личного кабинета, ну да, староватенькая, простая, но давайте все-таки войдем и посмотрим, как это работает. Старт еще не состоялся, сейчас просто заполняем структуру. Нажимаем пополнить баланс, выбирайте сумму 250 рублей. Нажмете пополнить. Смотрите, сколько вы можете пополнить. Киви, Яндекс, Виза, Эксмо, там, то есть биткоин кошелек, Payeer. Я буду пополнять Payeer через мобильные телефоны. То есть ADV Cash. То есть, ну, все самые топовые такие платежные системы, все здесь. Давайте пополним через Payeer. Так, секунду, сейчас я заполню e-mail адрес. И сразу перейдем к оплате. С учетом комиссии получится 284 рубля 50 копеек. Один раз вам всего стоит заплатить эту сумму, чтобы попасть в вот этот крутой проект.
Так, вернулся на сайт продавца. Так, как вы видите, баланс наш стал 250 рублей. И мы сразу просто нажимаем кнопочку 250 активировать. А, активация закрыта, дождитесь старта проекта. То есть на старте будем активироваться с вами. Старт я уже показал, когда. Пока что можно просто пополнить. Через 19 часов 23.03. Ну я не знаю, сколько это будет время, надо смотреть. Я так думаю, 12 часов ночи или даже меньше. В общем, пока что идет предрегистрация. Народу все больше и больше, так что успейте сюда вкачить и зарабатывать хорошие деньги. Говорю, структура у нас сильная, так что говорю, каждый лидер будет все равно помогать новичкам, которые стоят в Сильвере. Так что, друзья, ссылочка будет под этим видео. Регистрируйтесь. Спасибо, что посмотрели видео. Всем больших заработков, всем удачи, всем пока. Я приветствую всех зрителей. Меня зовут Надин Ли. Начались предстартовые регистрации в проект Diamond Matrix. Это живая очередь, которая стартует 24 марта в 16:00 по Москве. На данный момент зарегистрировано 220 участников. Как мы видим, до старта 2 дня 18 часов. Здесь круговые движения, живая очередь, очень выгодная партнерская программа и автозаработок. Здесь смотреть пока ничего нету в этой кнопке, но сюда добавится презентация проекта. Попозже немножко вы сможете посмотреть ролик презентации. Значит, у нас здесь 4 тарифа, которые между собой все связаны. Заходим мы только на тариф Silver 250 рублей. Доходность этого тарифа 675 рублей, заполняемость всего 5 человек, распределение денег идет следующим образом. 100 рублей идут пригласителю, 300 рублей вы сразу себе выводите на кошелек, тем самым уже возвращаете свои вложенные деньги и остаетесь уже в плюсе. И 375 идете на тариф Gold. На этом тарифе автоматически он покупается, это ваш уже чистый доход, то есть никаких своих лично вложенных средств вы уже не тратите, это все из заработанных. Здесь уже заполняемость 4 человека, суммарная доходность 1350 этого тарифа. С этого тарифа, как под вас станет сюда 4 человека, вы выводите себе на кошелек 500 рублей. Реинвестом идете в площадку Silver, за счет чего будет движение очень хорошее, застаиваться не будет очередь. И 600 рублей идете на тариф Platinum. Значит, после того, как вы приобрели тариф Platinum, здесь заполнение уже 3 человека. Значит, первая площадка 5, вторая 4, а здесь 3. Тем самым юбка будет сужаться. А значит, здесь суммарная доходность 1620 рублей этого тарифа, 3 человека заполняемость, да, как я уже сказала. Распределение денег идет следующим образом. 250 рублей опять реинвест сюда, в Silver, в эту площадку. 750 автопокупка тарифа Diamond. 620 рублей вы выводите себе на кошелек, плюс к этим, которые вы уже повыводили, да, на пути по тарифам 300 рублей, 500 рублей и 620 рублей вы выводите. И, соответственно, за 750 перешли в эту площадку. Здесь вообще все интересно. Здесь доходность суммарная 1350 рублей. Заполняемость, внимание, всего 2 человека. С этого тарифа на вывод вы выводите 750 рублей. И, внимание, 2 реинвеста по 250 рублей с этой площадки опять идут в площадку Silver. Тем самым будет продвижение, быстрее будет двигаться очередь этими реинвестами и за счет этих клонов. Еще хочу сказать, что на старте можно зайти на любую площадку. Допустим, вы выберете только площадку Platinum, да, за 600 рублей. Не хотите вы начинать с 250, допустим, и проходить вот этот путь. Вы хотите сразу отсюда зайти сюда, да, после заполнения вами вот этой площадки в порядке живой очереди.
вы все равно пойдете на реинвест в площадку Silver на автоматический реинвест и приобретете площадку Diamonds, также автоматически Diamond, вернее, а не Diamonds. Также автоматически приобретайте, тем самым все равно со временем у вас появятся все площадки, активируются, так как они тут все взаимосвязаны. И все площадки заполняются в порядке живой очереди, не лично приглашенными. С лично приглашенных вы получаете только реферальные 100 рублей с каждого реинвеста вашего партнера и с каждого входа. То есть зарегистрировался человек по вашей ссылке, да, зашел на тариф Silver, активировал тариф, вы получили 100 рублей себе. Дальше он запомнился, под него встало 5 человек в порядке живой очереди. Он перешел на тариф Gold, на тарифе Gold 4 человека под него встало, он опять запомнился и пошел на реинвест в площадку Silver, вы опять получили реферальный. Также с площадки Platinum аналогично и с площадки Diamond. Здесь 2 реинвеста. Итого, очень выгодно здесь приглашать. Почему? Потому что после того, как ваш реферал пройдет круг, с круга вы с одного реферала получаете 500 рублей. А давайте посчитаем, допустим, 10 активных рефералов у вас, которые сделали по кругу. Вы только на партнерской программе заработаете 5000 рублей. С одного круга, а если это будет не один круг, и если это будет не 10 рефералов, а, допустим, больше. Здесь очень выгодно приглашать, но и также имеется пассивная возможность заработка. То есть пассивная только от закрытия площадки в порядке живой очереди. Дальше, здесь все читаем, всю информацию, чтобы вы, когда пришли в проект, да, вы понимали, куда вы попали. Какие здесь правила и условия участия. Ниже у нас здесь есть 3 окошечка с чатами. Чат ВКонтакте, чат Skype и Telegram. Кликнув на них, вы перейдете на любой из этих чатов, какой вам удобно. Для регистрации вы можете начать зарабатывать, кнопку нажать. Также ниже будет еще одна кнопка, вернее выше еще 2 кнопки. Техническая поддержка, здесь почта и группа ВКонтакте. Насчет того, что... Еще 2 кнопки. Это вот эта кнопочка и кнопочка входа либо регистрации. Значит, мы зайдем через вот эту кнопку. Я уже зарегистрирована, но вам покажу, как нужно зарегистрироваться. Думаю, ни у кого не возникнет трудностей, но на всякий случай. Значит, переходим на форму регистрации, вводите свой логин английскими буквами, действующую почту, пароль также английскими буквами, повторяете пароль, ставите галочку о соглашении и нажимаете регистрация. У меня уже есть аккаунт, я просто захожу в него. Значит, на 250 рублей я свой баланс пополнила, у меня 46 рефералов. Я всегда много приглашаю, несмотря на то, что только вот недавно начался предстарт, у меня уже 46 рефералов. Толком еще я не приглашала. У меня всегда много рефералов. Значит, для активации тарифов мы будем жать вот на вот эти кнопочки. Если вы, допустим, хотите первые 2, вам нужно будет нажать на вот эту кнопку «Активировать Silver» и «Активировать Gold». Если вы на все хотите зайти, то вам по очереди на старте нужно будет нажать каждую из кнопок. Сейчас недоступна активация, закрыта только на старте. Дальше я подумала, что, наверное, одного тарифа мне будет мало и пополню еще на один тариф. Ввожу нужную мне сумму, которую я хочу пополнить, да? Нажимаю «Пополнить», меня перенаправляет на вот такую вот форму. Я выбираю платежную систему PR, немножечко жду, чтобы у меня появилось вот здесь вот окошечко для почты, чтобы я смогла оплатить, пока оно загружается, подвисает. Вот все, появилось окошечко, вставляю сюда почту и нажимаю «Перейти к оплате». Сейчас меня перенаправит. Все, здесь я подтверждаю. Значит, к оплате у меня 426 рублей. Тут берется комиссия фрикассы. Выбираю рубли. Нажимаю «Подтвердить». Меня перенаправляет на кошелек. Я захожу в свой кошелек. И подтверждаю.
оплату. Все, вы успешно оплатили. Возвращаюсь на сайт продавца. Все, у меня 625 рублей баланс. Сейчас еще хочу обратить особое внимание на раздел промо-материалы. Здесь очень красивые баннеры для рекламы, привлекающие. Можете их использовать. И также баннеры для соцсети. То есть администрация позаботилась о материалах. Дальше у нас вот здесь вот наша реферальная ссылка. Кликнув на синий квадратик, ваша ссылка автоматически копируется. Вот это вот номер для внутреннего перевода от участника к участнику, да? Дальше возвращаемся на главную страницу. Здесь вот пока мы регистрировались, тут еще добавилось 4 человека, как бы регистрации идут, люди добавляются. Несмотря на то, что мы совсем вот-вот начали регистрации, уже 224 человека. Я думаю, что будет движение тут нормальное. Значит, под этим видео я оставлю чат на ВКонтакте свой новостной, чат на Телеграм, все новинки проектов «Живых очередей», «Матриц», все всегда у меня там, в новостных моих чатах. Поэтому под видео я оставлю ссылку на регистрацию и ссылки на свои новостные чаты. Пожалуйста, добавляйтесь. Ну а видео было мое чисто информационное. Никого не призываю. Решение за вами. С вами была на связи Надин Ли. Всем пока-пока.